почему у каждого почти купола вот этого такого маленького. Не купола, как называется, не знаю. Есть лесенка. О, выход. Куда? На выход? Я думаю, подняться по лестнице. Как ты думаешь? Интересно, кто-нибудь падал вниз? Как ты думаешь? Ну, следов не видно. Лица чистые. Ну, я не говорю сейчас прямо, взял и упал. Он пожар. Где? Он тут. Это не пожар, это пар идет. Пожар. Где? Вот. Это просто пар идет. Это пар, да, пожар. А почему пожары белый дым? Расскажи нам. Там горят не токсические материалы, да? Да. Чистые, экологические. Да. Знаешь, где я живу? Василий. Я живу вот там. Вон там. Где-то там. Я знаю, где ты живешь. У меня есть адрес. Ты мне сам его. Это предатель. Зачем я тебе присылал свой адрес? Я тебя помню, что ли? Я тебе не присылал свой адрес. Присылал. Фотографию даже присылал. Я что-то этого не помню. Кстати, вон, смотри, купол почти разрушен. Краска слезла. Нет. Там вот находится стрелка Васильевского острова. Вот это вот, как вот это здание называется, знаешь? Которое? Вот это вот показывает большим желтым. Знаю. Ну? На букву К. Чего? На букву К. Следующая буква У. Вот это вообще на букву К. Вот это на букву К. Вот это на букву К, вот это нет. Ну, на букву З. А, нет, кстати, вот это вот на букву К, а вот то вот на букву З, вон то вот следующее, вот это нет. Я не вижу, что там показывает. Ну, вон, что ты не видишь, вон, видишь, вот, 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 что вот это за здание желтенькое. Ты не знаешь. На этой или на той стороне? Я тебе пальцем на какое здание тычу? Ты не пальцем тычешь, вот на это со шпилем. Вот маленький такой шпильчик. Нет, после, за речкой. Я и спрашиваю, на этой или на той стороне? Ну? Чё, ну? На той стороне, за речкой. Какая это может быть сторона? Музей. Да это не музей, туда даже зайти нельзя. Как-то нельзя. Нельзя. А вот это вот Меньшиковский дворец, вот это вот. Который? Вот это. Вот это вот конституционный суд. Вот это вот. Вот это вот, смотри. Вот это вот. Конституционный суд. Вот это вот, вот это вот. Университет. Вот тут вот стоит памятник Ломоносову. Университет. Санкт-Петербургский. СПБГУ? Да. А вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Академия художеств. Вот там вот, вот там вот, там вот, такой темненький дом. Это дом Доминика Трифини, который до сих пор не отремонтирован, просто завешен этими плакатами. Справа от вас. Справа от вас? Конечно. Не знаю, я прослушал, что справа от нас. Фигурка. Знаешь, люди будут смотреть и говорить, какой невероятный, говоришь, это фигу. О, вот это самое главное. Подъемный кран. Адмиралтейство. Вот это вот Адмиралтейство. Вот это вот Эрмитаж. Вот это я не знаю, что такое. Вот там вот, вот там находится Петропавловская крепость. Вот там, там вот, Петропавловская крепость со шпилем. Вот это вот не Зимний дворец. Это он просто выпендривается. Вот это вот Дворцовая площадь. Зимний дворец.
Вот это вот желтенькое, по-твоему, Зимний дворец? Я тебя спрашиваю про желтенькое, что такое. Вот это я знаю, что такое. Это Эрмитаж. Я про него и говорил. Молодец. Молодец. Вот это вот Казанский собор. Что? Там меня кто-то звал. Я откликнулся. Никто не ответил. Ты вообще про себя откликаешься? Ну, про кого мне еще откликаться? Пальцем тыкать уже, это некрасиво. Почему? Красиво. Вот, видите, вот это вот город. Вот это вот Александрийский столб. Вот там будет вот так вот стоять, вот так вот, смотрите, вот так вот. О, смотри, вот это будет Газпром, Москва Газпрома. Не похож. Ну покажи, как хочешь, чтобы он был похож. Я не могу сейчас показать. Дай, дай телефон. А? Дай телефон. Зачем? Ну телефон, дай, он синий. Откуда ты знаешь, что он синий? Ну, что видно? Блин, ну тебя он плохо, тебя все плохо все показывает. Ну тебя плохо показывает. Вот так вот будет выглядеть Газпром. Восток. Знаешь, что, чего тут не хватает? Где? Вот здесь. Это здание компаса. Нет. Зачем компас? Здесь надпись. Он точнее. Здесь туалета не хватает. Так вот туалет. Стань по ветру и вперед. Я подержу твою камеру. Ну, прости, что ты поддерживаешь? Камера. С другой стороны. Почему? Хоть какое-то развлечение. Вот это будет реклама. Смотрите, это будет Петро Пелес Хотель. Ты знаешь, кто такой Петро? Я тоже не знаю, кто такой Петро. Наверное, владелец. Я тебя горчу, там не видно ничего. Ну как не видно, ну ты чё? Не может быть. Не упасть. Василий Стасов, дурфи. Ну смотри, кто-то правила нарушает. Откосы? Вы поставили стекло в пакет, что ли? А? Зимой. И ждали, чтобы поставить откосы зиму. Как ты думаешь, кто вот это такой? Ну вон, посмотри. Вот эта вот фигурка. Крестик? Не крестик, а фигурка с крестиком. А что ты меня спрашиваешь, ты сам ответил. Ну кто это? Фигурка с крестиком. Как ты думаешь, есть у этой фигурки имя? Ну, там написано, должно быть, с той стороны. Ну, как-то с той стороны трудновато подойти. Ты не считаешь? Ну, это... Я, конечно, понимаю, что там вот где-то урна, вон там вот урна. Но что-то с той стороны трудно подойти. А кнопка-то открывается снаружи. Смотри, тут все окна открываются снаружи. Все окна открываются снаружи. Классно, да, придумали? Да.